Sağlam turmuş tarzı tarafdar mısınız? Doğru ovqatlanishni o'rganmoqchimisiz? Unday bo'lsa, foydali nonushta loyihasi siz uchun. Assalomu alaykum. Foydali nonushta loyihasi yana siz bilan birga. Xush kelibsiz, Alisa. Rahmat, Muzipa. И снова здравствуйте, ассаламу алейкум. Сегодня мы вместе с вами в очередной раз готовим завтрак. Бугун, нима тайёрлаймиз, нима нонушта бўлади? О, Музифа, на самом деле это уникальнейшее блюдо, которое вот есть в своем роде, да, на самом деле. Наши дети особенно, да, не любят каши. Есть и много взрослых, которые не любят каши. А еще есть люди, которые занимаются активно спортом. Им нужна энергия, белок, углевод. Так вот, это тот самый коктейль протеиново-белковый и углеводный. Он дает очень хороший заряд энергии с утра. Демаки, бу нонуштамыз ботка эмас ва ботканы хуш кормейдегенлер учун коктейль деп айтыпотыли мутахассисымыз. Ва ким актив жисмоний тайёргарлик билан шуғланиётган бўлса, айни муддао бўларкан бугунги нонуштамиз. Марҳамат, кўрсатиб берсангиз. Итак, нам понадобится на сегодняшний завтрак творог, банан, перепелиные яйца, овсянка геркулес, именно замоченная, и молоко. Ну, мы там пошли, мы скоро да, скажите, пожалуйста, есть ли у нас здесь блендер? Да, я его вижу, вот он. Да, блендер тайёрладик, сазучон, да, саны, и дышимыз, Алиса, чай гены мы дисыз? Чай дамла печуаламыз мы? Ну, вообще-то сейчас утро, раннее, я с утра никак не могу чай выпить, я пью только воду. На самом деле это очень важно, пробуждать себя и свой организм именно стаканом теплой воды. Чайны хуш көрәдегенләр өчен харакат кылыйм. Ерте таңны судан башлашка. Бу нутрициолог Алиса Курбановадан кыйммәтле мәслихәт. Итак, я буду вам говорить, а вы будете выполнять, исполнять. Согласны? Шундай кылайк, мен хам ахыр өргәнмәкчемен. Да? Попробуем. Стакан 150 миллилитров молока. Пастеризованного. Кейен, суну куйдик. 50 грамм творога. Это примерно 2 ложки столовые. Ике, ош кошек творог, да? Сутки кошек трамыз. 40-50 грамм чекады, шунде. Мы выбрали 5% творог. От процентного соотношения жирности зависит калорийность блюда. 5% творогны тарладик, нонуштамыз учун, чунки яғлилиги карап, буны калориясы хам саналяркен нонуштамызны. Архамат, кейер. Запаренная овсянка, то есть мы ее заранее замочили, просто залили кипяточком, покрыли вот эту вот массу кипятком, она сейчас пропиталась, впитала в жидкость, теперь мы ее закладываем. Также 2 столовые ложки, примерно 40-50 грамм. В кайдаган суге боктырылген геркулес донли ярмамызны 2 аш кашык кошамыз. Да, этого достаточно. Туз бармы куда? Нет, без соли. Туз керек масеке. Шакерчи. И без сахара. Это здоровое, сбалансированное питание, где усилители вкуса, сахар и соль, и только из натуральных продуктов. Бананы озы деге шакер бля. Шыны озы етарлейке. Так, мы половина банана, да, возьмем. Нам целый банан, это очень много. Бананы ярмысыны кошамыз. Здесь он очень большой, примерно 100 грамм получается банана. Да, прям вот так быстро на скорую руку мы... Ах, хорошо, мамочки. Можете не нарезать, вы сейчас в блендере все это пробьете. Тормозаем более аркен, чунки блендеры, чудо хамасы оздан озы майданан кетады. Просто вы хозяйка хорошая, а это обязательно нужно сделать, именно так. Бананы кушамыз. Как вам такой завтрак, на ваш взгляд?
Ман хали нонуштамзан, нима қанақа бўлишини билолмайапман, чунки ҳам сут, ҳам творог ичида. Представляете, қайнатилмаган бедани тухмини ҳам кўриб турман, нима бўлади бу? А ви можете себе представить, что эти яйца мы закладываем именно сырыми? Хомини соларканмиз. Вот здесь есть очень важная фишка, вот именно в сырых перепелиных яйцах. Во-первых, перепелиные яйца сырые, они вообще яйца сырые, очень полезные, знаете, да? Испокон веков наши деды пили сырые яйца, помните такое, наверняка? Хом тухумны узны хсусияты бар экен, демек у саулыққа янадеям куч, куват, бағшлар екен. Итак, разбиваем. Вы сможете это сделать? Албатта. Ахыр бүгін мен өзім мұстақыл таярламақшыман хамасыны. Вы знаете, здесь такая еще есть особенность. Нам нужно четко следить за сроком годности в любом случае, да, данного продукта. Тухумларны. Да, именно яиц. Ну и, конечно, желательно выбирать у доверенных уже поставщиков данный продукт. И уже смело вы можете использовать. Хар битті мақсулатны, яроқлик муддатыны текшірішіні унутмайын. Ну, теперь самое главное, это все нужно пробить. Бұндайыны хаммасыны блендерді араляштырамыз. Алиса, а это инче торба жардым хаммасыны? Все совершенно верно, вы правильно сделали. Теперь осталось только разлить это по бокалам и подать к столу наших дорогих детей или супруга угостить данным блюдом. Ойла азоларге, барчаларге. Хотя очень непривычна нестандартная форма завтрака, правда? Альбатта, ман биринчи марта татып кўраман ҳозир. Бу нарсани ҳеч қачон истеъмол қилмаганман. Шунга мана ва бу нарса ўзи умуман қандай қилиб тўқ тутиши мумкин? Оддигина сут. Татып кўрамиз. Да, совсем непривычная форма завтрака, но тем не менее вы должны не забывать о том, что здесь вполне сбалансированный рацион. Вот в этом стакане здесь есть и углеводы, здесь есть белок, причем очень активно, да, мы здесь поместили белок, и яйца у нас перепелиные, и творог, конечно. Поэтому еще раз повторю, и, кстати, клетчатка в виде овсянки, она также будет помогать пищеварению. Единственное, что, если мы будем говорить опять-таки про противопоказания, то здесь, конечно, есть момент, если у кого-то аллергические реакции на те или иные продукты, потому что яйца вызывают, конечно же, аллергию, либо лактоза непереносимость, то сутные чедовые. Да, то здесь, конечно, мы будем уходить от этого блюда в целом. Бунону штеде хар битте микроэлемент ва файдали витаминлар мавджуд. Барча элементларге кирган углевод ва оқсиллар хам бор. Демек қарши кўрсатмаларга келсак, сут ва бедани тухумга аллергиясы бўлган инсонлар буни албатта шифокор насиҳатидан, тавсиясидан кейин истеъмол қилиш керак. Демек татиб кўрамиз. Пробуем. Я думаю, что вам понравится. Очень приятно. Ман бу ерде фақат кўпроқ банан мазасин сезваман. Шакар умуман керак эмас экан. Оддий сутга ўхшамаяпти. Шунга тавсия қиламиз. Яна бир бор фойдали нонуштамизни. Приятного аппетита, будьте здоровы, хорошего, продуктивного вам дня.